Проскуров слушает. Сергей Алексеевич, будете пересаживаться, как обычно? Не останавливаюсь. Поехали дальше. Это очевидно. Пока не будет готов договор, я без своего адвоката в вашу сторону даже смотреть не буду. Роман Александрович. Угу. Проходите. Вчера на некоего Проскурова, владельца сети супермаркетов «Стелла», было совершено покушение. Стреляли в машину, точнее, в того, кто сидел за рулем. Тебе не интересно? Обычно Проскуров водит машину по трассе до города сам, но уже в Москве его возит его личный водитель. Но в этот раз по какой-то случайности Проскуров за руль не сел. И вместо него застрелили шофера. Значит, работал кто-то из ближайшего окружения. Тот, кто хорошо знает привычки Проскурова. Угу. Это тонко. Поэтому ты едешь в особняк Проскурова и работаешь. Координаты управляющего. Угу. Созвонись, договорись о встрече. Свободен. Игрушку оставь. Пока. Антон, а ты? Ты поедешь в Балашов. В Балашове у клиента усадьба. Он хочет отвезти туда жену и маленького сына. Подальше от греха, так сказать. Едешь туда, проверяешь персонал и систему безопасности. Угу. Все, работаем. Вас ждут. Знаю. Здравствуйте. Котельников Андрей Иванович, управляющий. Тихомиров Анатолий. Очень приятно. Ну что, посмотрим наше владение? Так.
это все. Ну, что ты удумал-то, цветочная душа? А? Я что, 300 колышков должен тебе руками настрогать? Угу. Николай Петрович, вы не понимаете. Колышки должны быть сделаны руками. Тогда растению комфортнее будет с ними контактировать. Это же совсем другая энергетика. Энергетика в розетке, а я тебе не лампочка. Потом у меня всего две руки и работы полно. Николай Петрович. Андрей Иванович, скажите ему. Потом. 300 колышков сделаны руками. Да он с ума сошел. Андрей Иванович. Тебе нужно строгать. Это они клумбы различают. У нас садовник нежен, величина мировая. На международных выставках первые места получают. Так вот у них с завхозом Быковым вечный творческий диспут. Территория у нас большая, поэтому несколько человек из обслуги живут здесь постоянно. Например, няня Алёши, Лишенко Оксана Фадеевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Мальчик чужих боится. Ну что, да Лишенко, ну? Не замерз? Нет. Так. Как дела? Поздоровайся с дядей. Смотри-ка. Оп-оп-оп. Ой, как дядя умеет. Оп-о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 п. Мы будем считать, что познакомились. А? Пойдем, Леша. Пойдем. Давай, шарфик поправим. Давай-давай. Виктория Александровна, из Барбакана приехали. Виктория Александровна, Тихомиров Анатолий. Валентинович. Здравствуйте, очень приятно. Здравствуйте. Да. Извините, я через минуту в вашем распоряжении. Да. Алёшка, да уже ну иду. Как вы тут играете? Ага. Скажи маме шарик. Смотри. Ой, какие вы молодцы. Красивые, да? Ну что стряслось, Зиночка? Тебя-то мне и надо. Ну, глянь на это безобразие, а? Опять вялую зелень прислали, а? Зиночка, сейчас нет времени. А потом я позвоню и сделаю втык. Я тебя сколько просила сменить поставщика? Ты сменил? Я сменю. Вот и смени. Я сменю. Вот и смени. Я сменю поставщика. Вот и смени поставщика. И побыстрее смени поставщика. В этом доме вообще начнут когда-нибудь продукты покупать в приличном месте? Готовить приходится черт знает из чего. Никому ничего не надо. Ну просто вообще никому ничего. Нервов на вас не хватает. О, другое дело. Че встали? Работай давай! Ревас не в духе сегодня. Работайте. Че делаете? Текущие работы по дому. Идиоты. Когда закончите? Недели полторы. Анатолий? Работы по дому нужно прекратить. Посторонние люди – это дополнительный риск. Анатолий, Ревас Тесадзе – свой человек. Его отец Шалва – друг Сергея Алексеевича. У них общий бизнес. И ребята в команде Реваза все проверены. Может, все-таки… Я настаиваю. Хорошо, я понял. Дом у нас небольшой, но уютный. Оп. Аккуратней, Лиза, увидел бы садовник, была бы буря. Пойдемте. Там у нас кухня. Проскуров слушай. Гостиная. Так. Каминный зал. Хорошо, хорошо. Запрягай юристов и оформляй сделку. Срочно. Как нет? А кто? Где они? Подожди. Где они, я спрашиваю? Какой отпуск сейчас? Чего тебе? Из Барбакана приехали. А кто разрешил? Ах, да. Завтра в 14:00. Все у меня. Понятно?
Повтори. Пойдемте, я вам второй этаж покажу. Разработка рекламной продукции и распространение. Этим кто будет заниматься? Этим я, что ли, буду заниматься? А на втором этаже живут хозяева. Спальня. Игровая. Разрешите? Спасибо. Лизочка, займитесь делом, пожалуйста. Там у нас детская. Наверху детская, а вот здесь будет ваша комната. Угу. Пойдемте. Одну минуточку. В коридоре не работают лампочки. Нужно поменять. Но по всему дому мы расставим камеры. Самое главное, в каминном зале на стене висят коллекционные ружья. Их нужно убрать. Николай Петрович. На проводе. Наверху в коридоре надо лампочки заменить. Будьте любезны. Буду. Оперативно. Ну, с этим-то как раз просто. А вот насчет оружия, это надо с Сергеем Алексеевичем самим разговаривать. Только попозже и очень-очень аккуратно. Петя, сделай, пожалуйста, музыку потише. Простите, как вы сказали, кто там? Петя, сын Сергея Алексеевича. Сына Сергея Алексеевича зовут Алеша. Это, по-моему, ему рано служить такое. Петр, ребенок от первого брака. Пойдемте. Трудный возраст. Да. Сергей Алексеевич, ружья представляют собой потенциальную опасность. Необходимо убрать их в сейф. Они не заряжены, они коллекционные. Раз в год и палка стреляет. Может быть, теперь давайте все ножи из кухни попрячем? Если будет нужно, попрячем. Сергей Алексеевич, послушай профессионалов. Ладно. Чего еще? Мне необходимы личные дела всех сотрудников усадьбы. Это к управляющему. Нянечка Лишенко Оксана Фадеевна, кухарка наша Феклистова Зинаида, наша горничная Семенова Лиза. Кажется, вы ей понравились. Садовник Полдмич Нежин. Завхоз Быков Николай Петрович. У них вечный спор, но друг без друга жить не могут. Это компьютерщик наш, Володя Ерыгин. Он, правда, в доме бывает только по необходимости. Как вы работников нанимаете? Через кадровое агентство. Сначала они их проверяют, потом мы, так надежнее. Охрана наша. ЧОП Байкал. Ну, этот вещевой рынок. Угу. У Проскурова, Шалва Тисадзе и Лори был на троих. Угу. Ну, Лори стал потихоньку общие деньги крутить. Попал, наделал долгов. Ну, в общем, Проскуров с Шаловой его в результате посадили, ну, а рынок поделили пополам. Да, лихо. Причем Шалова Тисадзе – двоюродный брат этого самого Лори. Вот такая семейная драма. Шалова Тисадзе, а он давно связан с Проскуровым? Ну, совместный бизнес у них уже лет 15. Вот что. Лори на днях обмолвился в камере, чтобы Проскурову не жить. Так что ищите. Спасибо. Очень своевременная информация. Надеюсь, что. Счастливо. Счастливо.
Алло, Роман Саныч? Тихомиров говорит. Роман Александрович, нужно проверить Котельникова Андрея Ивановича. Да, личного дела управляющего здесь нет. Эти уедут, я тебя через неделю опять возьму. Ага, до связи. Алёшка! Сам ешь кашу, Алёшка, а я не хочу. Кирюша, не волнуйся, не буду. Кирюша, куда ты полез? Что такое? Что-то у нашей барышни руки совсем сегодня не держат. Да ничего. Здравствуйте! Дорогого гостя принимаете? О, Батона, Гамарджоба, здравствуй, дорогой. С подарками, как всегда. А как? Проходи, садись. Лидочка, еще один приборчик. Ну, суп выпей тогда. Ну, хозяйки красавицы, мое почтение. Рада вас видеть. Присаживайтесь. Здорово, Пузырек. Здорово. Пузырек не слушается. Гамарджоба, охотник. А ты чего такой надутый? Двойку, что ли, получил? Две. Молодец. Весь в отца. Угу. Дядя Шало, а помните, как мы в прошлом году на охоту ходили? Три дня в лесу ночевали. И сейчас поедем? Значит так. В Балашов поедете обязательно. Зачем в Балашов? Потому что тут опасно. Сереж, я не хочу в Балашов. И почему, как проблема, нужно обязательно ехать в Балашов? Я прошлую поездку без содрогания вспомнить не могу. Отправил меня туда, у меня там роды раньше времени начались. Все. Больше это не обсуждается. Господи. Тема закрыта. Уши не отвлекайся. Не хочу. Петька, ты тоже поедешь. А я не хочу. Я на охоту хочу. Вот тут ты не прав. Слово отца для сына закон, сказал отец, значит, все. А я не поеду. Поедешь! Смотри. Да, самолетик летит. Сволочи! Уроды! Ненавижу! Роман Александрович, тут оказалось, что управляющий Балашовской усадьбой Никодимов скрыл судимость. 5 лет назад он уже отсидел за растрату, и я отстранил его от работы. Да. Необходимо решить вопрос о его увольнении. Угу. Будешь хлеб? Хлеб будешь? Принеси, пожалуйста. Да. Ага. Ой, это я не вам. Извините. Да. Ну, в остальном проблем никаких нет, так что... Ты? Я скоро тут все закончу и привезу вам отчет, да. Я сейчас как раз еду к Проскурову и там решу вопрос о новом управляющем для его Балашовского имения. Давай-давай, шустрее открывай. С добрым утром. Здравствуйте, Роман Саныч. Привет. Как ты? Нормально. Что у вас? Ну что, все досье мы проверили. Охранники Проскурова. Все тщательно проверены.
Начальством чё по Байкалу? Это хорошо, хорошо. Завхоз Быков. Работал с Проскуровым еще с тех времен, когда тот был начальником отдела в НИИ. На него у нас тоже ничего нет. Да и возраст у него. Да, садовник Нежин. Неоднократно получал призы на международных выставках. Довольно широко известен. В своих узких кругах. Зарплата у него, я тебе должен сказать, ого-го. Но молодая жена Проскурова очень любит живые цветы. А няня? Что няня? Да, что няня? А, няня. Няня гражданка Украины, она устроилась работать в Проскурову год назад, а до этого 20 лет работала в харьковской школе. Вот что удалось выяснить на сегодня, Сергей Алексеевич. Заказчиком убийства, по одной из версий, является Томас Лория, ваш партнер по бизнесу. Лория? Вот тварь. Лория. Лория. Вот дрянь. Мало того, что начал общие деньги крутить, чуть рынок не разорил, так еще себя обиженным считает. Завтра утром сюда приедет несколько человек из Барбакана. Тихомиров-старший. А вам самому до отъезда в Балашов категорически нельзя покидать усадьбу. Это чего? Я из-за этого урода должен сидеть в норе, как заяц? Все просто. Ну, я слушаю, слушаю. Сергей Алексеевич, Никодимов вскрыл, что он сидел. И, скорее всего, связан со своими бывшими, да? А время сейчас опасное. Учитывая это, все-таки Никодимова нужно уволить. Андрей, ну, поди сюда. Кем мы можем заменить Балашовского управляющего? Совсем заменить? Совсем. Вот товарищи у нас тут. В общем, Никодимова увольняем. Ну, Мишей Федоровым, заместителем его, он в Балашовской усадьбе 5 лет. Федорова мы проверяли. У нас к нему вопросов нет. Оформляй Федорова. Пойдем со мной. Толь, еще новость хочешь? Ну? У Котельникова-то тоже была судимость. Ничего себе. Да, умеет Проскуру себе управляющих подбирать. Но тут еще другая история. 6 лет назад Котельников был директором нескольких проскуровских магазинов. Нагрянула налоговая, выявила серьезные нарушения. Котельников все на себя взял. Иначе Проскуров бы вместе с ним сел. Сам понимаешь, другая статья, сроки посерьезнее. Ну да, преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Вот-вот. Получается, Котельников Проскурова выручил. Ну да, а потом Проскуров выручил Котельникова. Котельников ведь сел на 4 года, а вышел через 2. Есть информация, что выкупал его сам Проскуров. Выходит, друзья. Выходит. Еще один вопрос. Мальчик этот, Петя, сын Проскурова от первого брака. Странно он себя ведет. Тут не так все просто. Проскуров-то Валентину, мать Пети, бросилась за молодой. Ты же сам видел, какая молодая. Валентина долго в депрессии была. Развод до сих пор не оформлен. Отношения очень натянутые. Но на пацане это не могло не сказаться. Да. Видно, что мальчик очень сильно ревнует отца к новой семье. А Проскуров с ним очень холодно.
Как с посторонним? В каждой избушке свои погремушки. Толь, это не наше дело. Как отец с сыном ладят, согласен? Ну да. Да не останетесь вы без работы. Мне уже, походу, 3 объекта предлагали. Я из-за этого Проскурова отказывался. То работай, то не работай. Так нормальные люди не делают. Что, пацаны, что ли, какие-то? Ага. Да Проскуров этот людей за людей не считает. Бизнесмен, твою мать, гнида. Крестного моего, дядю Лорию, ни за что в тюрягу засадил. Сволочь. Ни за что. А крестный мой реально рынок поднял, слышите? Один за троих вкалывал. За себя. За отца моего. Из-за этого сволочь Проскурова. Да, взгляд у этого Проскурова тяжелый. Дерьмо человек. Кто? Человек? Это здесь он человек. А попал бы во время войны в мой взвод, я бы на него посмотрел. Ой, как посмотрел. Фуфло, а не человек. Ривас, хватит. Ты как о своем спецназе начнешь, тебя не остановишь. Ривас, ты чего? Ты меня не затыкай. Хорош, хорош, Ривас. Понял. Ривас, ты чего? Отпусти. Наливай. Чего смотришь? Наливай, говорю! Так, значит, Андрей Иванович, наш специалист проверит компьютерную систему дома. Покажите ему, что, где, куда. Ладно? Угу. Давай. Камеры по всему периметру, по 2 над каждым входом. Во все комнаты, кроме кабинета хозяина и спальни. Да. И обязательно на кухне. Давай. Работайте, дружище. Сейчас, подождите одну секунду. Что, считаешь, нет? Не исключаю такую возможность. Сейчас не могу, позвонить попозже. Еще. Слышь, ты, да. Длинный, мне надо, чтобы ты со мной в Крылатской съездил. Это не входит в мои служебные обязанности. А я отцу скажу. Поедешь как миленький. А вот это уже твое личное дело. Аккуратнее. Сюда, сюда, Саня. Ну, хорошо. Ну как, все в порядке? Да и чего-то третий барахлит. Понял. Ну как? Коль, посмотри, так хорошо будет? Да, нормально. Сергей Алексеевич, вы просили меня зайти? Ваши люди круглосуточно сидят в моем доме. Я дал добро на все ваши действия. Управляющего уволил. Прекратил работы. В моем доме. Так? А ваш человек игнорирует просьбу моего сына. Значит так. Или он съедет с Петром куда надо, или он у меня больше не работает. Я сейчас ясно выразился? Хорошо, он съездит. Сейчас приезжаем, уходим из машины. Я впереди, ты за мной. Я с твоим пистолетом. И даем этим уродам оторваться. А чем они перед тобой провинились? Не твое дело. Но все-таки. Трое на одного. И плеер отобрали. А пистолет тебе зачем? Стрелять будешь? Короче, надо дать этим уродам так, чтобы мозги по асфальту. Ясно. Убивай.
убивать будем. На дорогу смотри. Ну что, Димон, давай, ходи. Ну? Да сейчас, погоди. Слышь, ты! И кому сказал? Не, ну что ты там сидишь? Молодые люди, будьте любезны, если вас не затруднит, подойдите сюда на минуточку. Пошел ты. Юрис, ты что, уснул? А? Ходи. Хорошие у тебя друзья. Ну что, Юрис, нет у тебя козырей? Давай, давай, забирай. Ну, отойди. Мужик, ты чё, успокойся. Ты чё делаешь-то? Ёлки-палки. Извините, пацаны, первый раз за рулем. Ну что, чего-нибудь скажете? Или мне дальше ехать? Да на, подавись ты своим плеером. Мне им после тебя пользоваться? Западло. Поехали. Чё встал? Давай раздавай. Давай, давай. Клёвое место. Нравится? Нравится. А я люблю сюда приходить. Слушай, дай пистолет посмотреть. Ну, пожалуйста. Ну, чё, тебе жалко, что ли? Зачем? Просто так. Так, а вот таких шуток я не люблю. А кто тебе сказал, что это шутки? Домой поехали. Поехали, поехали. От меня безопасность! Как вы вообще смеете меня в чем-то подозревать? Я 20 лет проработала в столовой, ни одного выговора! Камера здесь необходима, у меня к вам совершенно другой вопрос. Как вы устроились сюда на работу? В вашем личном деле нет об этом записи. На работу меня, вон, племянник брал. Уговаривал, я не хотела. Вот вам котлетки, вот вам пирожки, вот вам супчик. Вон отсюда! Вон, я сказала! Вот так! И чтоб на моей территории я тебя больше не видела! Тоже мне начальство! Тетка моя, но готовит... Сумасшедший дом! Вы сами пробовали. Фу. Может быть, камера на кухне все-таки лишняя? Зинаида дама с характером. В данном случае безопасность важнее. Ну, вам виднее. Алло. Да, хорошо, сейчас идем. Значит, вирус один на всю домашнюю сеть.
Постоянно дает сбои то одного, то другого компа. Естественно, начинает клинить всю систему. Так а вирус из интернета? К нам Володя Ярыгин приходит. Хороший специалист. Нет, не из интернета. Ваши антивирусники сразу его подцепили бы. Похоже, что его специально сюда кто-то установил. Скорее всего, этот ваш специалист. С какой целью? Это не ко мне. Это к вашему специалисту. Что, Володя Ярыгин сюда его и установил, что ли? Видимо, так. Вот же вчера. Такие бабки платим. Да, чуть не забыл. Еще одну странную вещь я обнаружил. Мальчик этот, сын хозяина, регулярно посещает сайт самоубийц. Довольно странно для его столь юного возраста. Я в доме не стал никому говорить. Это все-таки личное дело пацана. Но тебе на всякий случай. Слушай, а как можно посмотреть, что он там на этом сайте делает? Сейчас доберусь до офиса и скину тебе пароль, ключи. Хорошо? Договорились. Счастливо. Удачи. В особняке людей прям в глазах рябит. Надолго канитель такая, а? Пока будет необходимость. Ой, это у нас кто? Ой, какая фотография. Смотри. Я потом маме отдам, хорошо? Хорошо. Поймали озорника. Красивая фотография. А это кто? Это муж в таком же возрасте, как Алёша. Ну, правда, они не очень похожи. Шалва приехала. Понятно. Значит, сегодня вечером буду шестой. Послушай, Ярыгин, наш специалист не ошибается, это исключено. Ты понял? Да я вам говорю, они из интернета этот вирус подцепили. Да я вообще не понимаю, при чем здесь я, ну... Мы знаешь, что сделаем? Мы сейчас всех твоих клиентов проверим и посмотрим, есть у них аналогичный вирус или нет. Как идея? Может, не надо? Ну, это уже конструктивный разговор. Ну, а дальше? Я на машину коплю. Ну, и поставил программку. Она не вредит, она ничего не удаляет. Она просто дает небольшие системные сбои. Ну, чтобы меня еще раз вызвали. Вот и все. Вот и все. Значит, у всех остальных клиентов... Что? Ну? То же самое. Вот здесь помидорчиков не хватает. Да, помидорчиков не хватает. Финишка! А? А ты соус сделала? А то. Шалва Гурамович без моего соуса шашлык не ест. Так, подождите. Угу. Вот сюда. Ну положи. Что вы, давайте. Спасибо. Прошу вас. Сюда. Салфеточку. Ой, переставь. Да. Вот так. Песня. Салатик подвинь. Угу. Так, по-моему, ничего. Угу. Так, приборы. Так, вот сюда, правильно. Хорошо. А соус? Соус поставь ближе к центру. Уже. Так. Ох, как это... Мне надо с тобой поговорить, очень серьезно. Ну, давай не сейчас, а? Ну, ты видишь, я занят. Давай, иди отсюда. Шикарный шашлык. Вот эти хорошие. Да? От них не кашляют. Петя! Ты куришь? Я курю. Вы же не курите вроде. Иногда балуюсь. К столу идите, шашлыки готовы. А ты не стукач. Спасибо. Доброе слово и кошке приятно.
Слушай, а что такое асфиксия? Это удушье. Это значит, когда повесится и будет асфиксия? Да. И выглядит это ужасно. Почему? Потому что лицо у человека распухает, синеет, вываливается язык. Понятно. Да. Совсем не романтично. Ладно. Прошу к столу. Шашлыки готовы. Как у тебя готовность? А уже шашлык готов. Наливаю. Давай. Давай. Какие запахи. Пожалуйста. Давай, дорогой. Давай. Лиза, неси давай, где ты там застряла? Вы когда-нибудь спите, охрана? Не дремлет. Молодцы. Подожди. Давай салатницу большую неси. Давай. Споем песню вот эту вот. Какую? Любимую Лори. А. Спой, пожалуйста. Жужу на цвиба мовида, диди мин дори данама, 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 диди мин дори данама. Ну, Бутон, сейчас придется тебе опять парашу выносить. Пофил ты, Бутон. А будем больше не играешь. Лория, давай с нами. А господин Томас Лория у нас типа крутой бизнесмен. Ему с уркаганами играть западло. Круче него только яйца, да? Ответить бы надо, корешок. Было бы на что. О, а он меня презирает. Ты че? Ты меня презираешь, да? Ты меня презираешь-то, ты фраер дешевый. Отвали, козел. Че? Ты че? Ты че, рамсы попутал, что ли? Ты кого козлом назвал-то, а? Тебя. Да я тебе сейчас за козла-то. Да я тебе шало-то подрежу сейчас! Ну-ка! Ты что делаешь-то, а? Ну все, Гань. Что случилось? Ну все, хана вам, урод!